Ну, а в областном доме народного творчества можно посетить выставку лауреата международных и всероссийских выставок Ларисы Сметаниной. Ее любимый материал – золотая соломка. Что можно создать из нее, расскажет Милана Поварницына. Солома солнечная, золотая. Она впитывает солнце и излучает свет долгое время. Лариса Сметанина старается выбрать ту часть колоска, которая была скрыта от дождя и не позеленела. И свои работы она выставляет так, чтобы они переливались во всем своем блеске. Отсюда и название выставки «Мастерская солнца». Все началось с инкрустации, и вот Лариса Сметанина уже народный мастер Кировской области. Она занимается плетением из соломки более 10 лет. И таких, как она, соломенных дел мастеров на Вятке – единицы. Заготавливать материал ей помогает муж. Сначала солому жнут серпом, связывают в снопы и выбеливают на солнце. Потом разрезанные трубочки замачивают и сушат. Ларисе Сметаниной нравится, когда над работой можно подумать, пофантазировать. Тогда рождаются эксклюзивные произведения, например, костюмы, сумочки и шляпы. Сейчас вот появились такие ценители, которые хотят именно наши, из наших вятских рук получить и носить вот свое. Поэтому как раз вот к выставке появилось большое количество шляпок и сумок, и именно вот хочется их еще украсить вот декоративными цветами, листиками такими красивыми. Сценки народных гуляний, деревенские модницы, семейный отдых. Все это композиции, где главные герои – куклы из соломы. У каждой красавицы свое платье с уникальным рисунком. Лариса всегда уделяла им особенное внимание. Еще на Руси, пока мама работала в поле, ребенок играл с соломенной куклой. Вот я когда их делаю, я сама вот этот момент, мне кажется, проживаю. Я себя воплощаю, наверное, в каждом образе. Поэтому мне тут одна знакомая даже сказала, ты, говорит, живешь одновременно три жизни в 19 веке, и в 20-м, и в 21-м. Ну вот на самом деле работа с куклами, она очень интересная. Лариса Сметанина делает много сувениров, но с самыми любимыми изделиями не расстается. Мастерица может плести с утра и до вечера, не переставая. Хочет посмотреть, что получится. Лариса Вениаминовна возрождает плетение из соломки на Вятской земле. Ее опыт перенимает и дочь. Лариса считает, что изделия наших мастеров должны отражать вятский образ жизни. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.